была написана в 1962 году Антонио Карлушем Жабимом и Маркушем Мораешем. Прообразом героини песни считается Элоиза Пинейро. Ей в то время было 18 лет, и жила она в элитном районе Ипанема в Рио-де-Жанейро. Каждый день по пути на пляж она проходила мимо популярного кафе «Велозо», где ее любовались постоянные посетители Мораеш и Жабим. Эта песня принесла авторам и самой Элоизе миллионные отчисления. Бар «Велозо» переименовали в дальнейшем в бар «Девушка из Ипанемы», а улица, на которой она находилась, теперь называется именем для Мораеша. Итак, Антонио Карлос Жабим, «Девушка из Ипанемы», а исполнит ее маленький Евсевий в исполнении того же инструментального ансамбля.